А многие даже говорят о том, что и богатство приходит через женщину. Единственная задача мужчины – сделать свою женщину счастливой. А Бог ему за это даст. Любовь – это очень сложная субстанция. Я считаю, что любовь – это не причина для брака, а награда за него. Как только ты стал обращать внимание на других женщин, можешь разводиться. Внешний вид – это такая критерий, быстро проходит. Ум ребенку передается через женщину. Вот как бы мужчина не был умным, жена дура и дети такие будут. Бог создал мужчину и женщину и якобы наделил их ролями какими-то. Да. Или люди уже придумали им эти роли? Вы знаете, наверное, Бог, потому что есть вещи, которые люди за все эти тысячелетия существования человечества пытались придумать, но они никак не придумываются. Ну, например, вот я недавно думал о том, что вот есть у нас семидневная неделя. А я думаю, что правители каких-то великих стран могли придумать и пятидневную, и восьмидневную. Ну, все же зависит от человека, ну, от правителя. Но ничего никак не получалось. Что цикл, он семь. Семь дней в неделе, там, семилетние циклы, еще какие-то. Также и роль мужчины и женщины. Я считаю, что в семейной жизни женщина имеет решающую роль. Евреи говорят о том, что благословение в семью приходит только через женщину. Только через женщину. А многие даже говорят о том, что и богатство приходит через женщину. Вот единственная задача мужчины – сделать свою женщину счастливой. А Бог ему за это даст. Это очень сложно. Надо преодолеть свое собственное эго. Но я думаю, это работает во многих случаях. Вы живете по такому принципу – сделать женщину счастливой, и тогда тебе даст Бог? Вы знаете, я же… Да, сейчас так пытаюсь. Я уже много разных попыток у меня было. Вот. Но все они были не такие, и они вот не оправдали мои ожидания. А вот теперь я думаю так, вот я так теперь стараюсь. А что Тора говорит? Мужчина главный? В других религиях там четко прописано. А что в иудаизме насчет этого сказано? Знаете, вот есть у нас в Сидуре утренние благословения. И одно из них является предметом шуток, может быть, даже издевательств людей других народов. Там написано «Спасибо». Утром мужчина, просыпаясь, говорит «Спасибо тебе, Всевышний, за то, что я не родился женщиной». Серьезно, я вам могу показать. И в этом есть очень глубокий смысл. Просто прямой смысл. Поверхностный, он выглядит как издевательство, да, как какой-то вот жест превосходства. А если глубоко копнуть, то мы говорим о том, что женщина, она родилась уже в принципе совершенной. По Торе у женщины нет обязанностей, связанных со временем. Ну, например, мужчина должен 3 раза в день молиться. Утром, днем и вечером. А женщина не должна. Мужчина должен делать какие-то вещи, должен все время себя совершенствовать, все время стремиться к чему-то, создавать и так далее, и так далее. А женщина не должна. Поэтому мужчина говорит, спасибо Всевышний, что я не родился женщиной, а то, что мне есть куда расти, мне есть к чему стремиться, мне есть как совершенствоваться. Потому что я пришел в этот мир для того, чтобы чего-то достигнуть. Женщина, она уже совершенная. Единственная задача женщины, ну какая такая, которая на поверхности лежит, это реализовать себя как женщина и родить хотя бы одного ребенка. Тогда она уже выполнила тот смысл, который вот Всевышний ее наделил. А лучше больше. И почему она не должна выполнять никакие мицвот или никакие вещи, связанные со временем, это опять же связано с тем, что у нее есть ребенок. Потому что его надо кормить, его надо спать ложить там, и так далее, и так далее. Поэтому она освобождена от этих вещей. А мужчина нет. А что запрещено женщине по Торе? Это же не в Торе, это уже больше наслоение традиций, и длина юбки, и парики – это совершенно разные вещи. На иврите есть такое понятие «цниют» – это скромность. И вот в эту скромность входит огромный комплекс всяких мероприятий. Например, почему женщине нельзя носить брюки? Потому что нельзя носить брюки, потому что это раздвоение ног. То есть мужчина не должен видеть место, где ноги сходятся. Скажем так. Поэтому нужна юбка.
Женщина не должна подчеркивать свою сексуальность. Женщина не должна подчеркивать свою привлекательность. Ее привлекательность только для мужа. А что касается париков, парик это же уже, как это сказать, substitution такой. Написано, что женщине нужно покрывать, после того, как она вышла замуж, посторонние мужчины не имеют права видеть ее волосы. А на самом деле там есть очень серьезные каббалистические исследования. Я вам не могу их комментировать, потому что я не такой большой ученый, но я как-то видел это и даже пытался это читать. Речь идет о каких-то женских энергиях, которые заключены в волосах. И после того, как девушка становится женщиной, то чужие мужчины, которые смотрят на волосы, они эти энергии у нее забирают. И волосы, настоящие волосы женщины, может видеть только муж. Поэтому женщина должна или их обривать, и такое тоже было, либо носить какие-то косынки, шапки. А парик – это просто приспосабливается, ну, то есть приспосабливается. Она, по сути дела, закрывает свои настоящие волосы, но в то же время выглядит достаточно привлекательной для того, чтобы можно было появиться в обществе. Поэтому тут иногда даже парик красивее, чем настоящие волосы. Поэтому в этом нет противоречий. Вот что для вас сексуально в женщине? Есть внешний вид, есть манера поведения, есть тембр голоса, есть какие-то вот ее жесты и так далее. Это целый комплекс вопросов. То есть бывают красавицы, которые не вызывают, по крайней мере, у мужчины. Ну, красавица и красавица. Бывает женщина, которая, может быть, не соответствует общепризнанным канонам красоты, но люди считают ее сексуальной. Жесты, манеры, тембр голоса. Для меня больше уже, наверное, может, это с возрастом связано, я не знаю, это больше какая-то внутренняя составляющая. Самодостаточность. Самореализация, наполненность, интеллект, духовность – это важно. Потому что ну, внешний вид – это такая критерий, быстро проходит. Красавица одна, вторая, вся кого-то красивее найдешь. Мне Каменецкий сказал, что есть три причины, почему мужчина может развестись с женщиной. Я припоминаю, что есть три вещи. Первое – это она ему изменила, я припоминаю. Второе, ему перестала нравиться ее еда. И третье, он увидел красивее, чем его жена. И вот вроде бы простой смысл, достаточно странный. Ну как это ему всю жизнь ее еда нравилась, а тут вдруг перестала? Комментаторы говорят, смотри, пищевая привычка любая, нужен 21 день для того, чтобы человек привык к любой еде. Если ты всю жизнь жил и питался, а когда Тору писали, или Талмуды писали, или эти книги, там же не было такого количества ресторанов, как сегодня. Я еще помню времена, когда люди в основном ели дома, а ресторан это был какой-то большой праздник. И вот если всю жизнь тебе нравилось, а тут вдруг перестала нравиться ее еда, речь же не в еде. Речь в том, что тебя стала раздражать твоя жена. Тебя раздражает, как она ходит, как она разговаривает, как она общается с другими людьми. И еда – это последний бастион, потому что человек без еды же не может. И тебя стало раздражать, как только перестало нравиться, надо на это обратить внимание. А то, что он встретил женщину красивее, чем твоя жена, это говорит о том, что он стал смотреть вокруг. Потому что человек, который любит свою жену по-настоящему, который хочет с ней жить, он просто смотрит на красивых женщин, как на красивые машины там, или смену времен года. Ну, вот так. Как только ты стал обращать внимание на других женщин, можешь разводиться. Что важнее, уважение или любовь в отношениях? Ну, я считаю, исходя из своего опыта, любовь – это очень сложная субстанция. Я считаю, что любовь – это не причина для брака, а награда за него. Ну, потому что когда люди бывают, прожив долгие годы в совместной жизни и перейдя в разные эпохи, этапы, пережив там всякие приключения, проблемы и так далее, и вот тогда вот можно сказать, что у них есть настоящая любовь. То есть я считаю, что любовь настоящая между мужчиной и женщиной – это награда за долгие годы брака. А причиной
может быть вот именно уважение, оценка, желание жениться, желание создать семью, влюбленность опять же. То есть это все приходит, а вот над любовью надо работать. То есть вот эти все пары, как в еврействе часто подбираются... Шидух. Да. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому очень позитивно, как зритель со стороны. Но в этом есть очень серьезный практический смысл. Например, мальчик из ортодоксальной еврейской семьи, он воспитывается до определенного возраста, до 20 лет, до 21, ну до какого-то возраста, он воспитывается, он видит по сути только свою маму и сестер. До определенного возраста, когда он идет учиться в ешиву, он находится в абсолютно мужском коллективе. Там нету женщин. В принципе, если правильно человек настроен, он старается на женщин не смотреть. Для того, чтобы не вызывать в себе каких-то... Он учится. И когда ему исполняется там сколько-то лет, и он чувствует, что он готов создать семью, ему на помощь приходят родители, которые идут к этому шатханим. И говорят, мы просим подобрать моему сыну невесту. И обсуждают очень техническим языком, какая невеста ему подойдет. Потому что они-то его знают. Они знают, он жесткий или мягкий. Он готов там на компромиссы или нет. Какое у него эго. И так, любит он детей или нет. Ну и так далее, и так далее. А с другой стороны, такие же родители приводят свою девочку. И тоже у этой шатханим есть целый такой набор каких-то факторов, которые, ну, она их, как это по-английски, это matchmaker, да, ну, то есть они сходятся или не сходятся. Какое-то время назад тоже было очень важное изобретение, вы в курсе, они кровь сдают, да, вы не в курсе дела. Это очень интересно, потому что евреи же жили раньше в гетто, и поскольку в разных конфессиях еврейских там ашкенази, хабадники, такие-сякие, они там не смешивались друг с другом. Есть большая вероятность о том, что между ними есть родственные связи. И вот примерно то ли 20, то ли 25 лет назад придумали такую штуку о том, что перед тем, как первый раз встретиться, и это очень важно, первый раз встретиться, они посылают свою кровь куда-то в специальную лабораторию и получают ответ о том, что они генетически никак не связаны. Почему? Потому что если они первый раз встретятся и между ними возникнет привязанность, то потом уже генетическая связанность, это будет раны на сердце. Поэтому вот они, значит, это все проверили, и потом только они могут встретиться. Вот они встречаются. Встреча очень регламентированная. То есть люди не могут встречаться наедине. Они должны встречаться в каких-то людных местах. Например, в лобби гостиницы или там в каких-то торговых центрах. Ну, чтобы люди вокруг были. И они общаются. Вот они, пообщавшись там первый раз, приходят домой и своим родителям рассказывают впечатление об этой беседе. Те звонят шатхану с обоих сторон. Этот шатхан получает информацию и понимает, матч был или не было. Потому что одному понравилось, другому нет. Один говорит, что мне вроде бы не понравилось, но я хочу еще раз встретиться. А другой может сказать, знаете, я встретился, посмотрел, вообще шансов никаких нет. И таким образом люди, не обижая друг друга, через какое-то третье лицо, которое чувствует свою большую ответственность, после двух-трех встреч, четырех, пяти, я не знаю сколько, начинают понимать о том, что они друг к другу подходят. И тогда происходит engagement или помолвка. Помолвка, ну они там, не знаю, у каждого свои традиции. После того, как они помолвились и объявили миру о том, что они жених и невеста, это уже очень серьезный шаг. И тогда-то это такой вопрос времени, когда состоится свадьба. И вот когда эта свадьба происходит, вот, это очень сложные вопросы, связанные там с девственностью, еще с чем-то и так далее. Ну, требования такие существуют. Я не знаю, насколько они сейчас практически применяются, думаю, что да. Ну, просто человек, который, мальчик, который никогда не видел девочку, который никогда не имел дела с женщинами, достиг возраста 22-23, вот он женился, ну, понятное дело, что это для него единственная женщина на земле. Пока он разберется, что к чему, у него уже пятеро детей. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому процент разводов очень низкий, люди идут на
люди идут на этот шаг со словом, которое мне нравится, я придаю ему, с осознанностью. О том, что это шаг, это построение своей жизни. Это не просто как одной ногой воду попробовал, она не понравилась, пошел дальше, как вот сегодня живет в основном общество. Это осознанный шаг создания семьи. Вот, вопрос детей тоже очень важный, потому что, ну, как говорят, что женщина должна рожать столько, сколько Бог дает. То есть запрещено предохраняться. Особенно это обсуждается после Холокоста, о том, что Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев, поэтому нас должно быть больше, нужно рожать сколько сможешь. И тогда вот эта грань, которую вы назвали между двумя понятиями «любовь» и «уважение», она где-то стирается, потому что уважение к женщине, которая рожает тебе детей, любовь к своим детям, любовь к женщине, любовь к своей семье, своя признание свое, или как это, оно все объединяется в одно какое-то большое целое. И разобраться в этом уже, скорее всего, сложно. У вас есть взрослая дочь? Есть. Влияли вы как-то на выбор мужа своей дочери? Смотрите, я женился очень рано. Мне было 21 год, когда я женился. И о том, что у меня есть жена, у меня есть дочь и так далее, я понял, когда мне уже было за 30. Вот. Моя дочь не росла в еврействе. Не росла. Потому что я уже, скажем так... То есть она родилась в 84 году, а я первого еврея встретил в 95-м, Каменецкого я встретил. Поэтому она не росла в еврействе. Вот. Я никаким образом не принимал участие в выборе ее жениха. И если бы мне предоставили список тысячи мужчин, которые потенциально могли бы стать ее женихами, то того, которого она привела, он бы не попал даже вообще близко бы в этот список. Понимаете? Ну, оно так и получилось, да. Хотя он религиозный, молится там и так далее, но они уже расстались, и двое детей у нее, в общем, как-то оно не... Я не принимал. То есть ответ на ваш вопрос не принимал. А если бы я принимал ли бы я, и смог бы ли я ее выдать замуж так, как положено, скорее всего, нет. Что я не сам так не воспитан, и ее мы так не воспитывали. Она более, ну, в смысле, наши дети более либеральные, живут в большом мире. Скорее всего, у меня 6 детей, кроме нее еще 5 есть. Ну, я думаю, что они все сами будут выбирать себе спутников жизни. Говорят, что мужчины сами по себе очень полигамны. Вы с этим согласны? То есть по Торе мужчине положено иметь 4 жены. По Торе. Единственное, какие-то цари, короли, им разрешалось иметь больше жен. Но в то же время тоже какое-то количество было ограниченное, потому что, как говорили, умножая жен, умножаешь там количество грехов. А вообще человеку разрешалось иметь 4 жены, мужчине. И мы видим, что наши праотцы имели по 2, по 4 жены и так далее. Многоженство было запрещено какое-то время назад, причем это был очень интересный запрет. Был такой лидер поколения, Раби Гершом, насколько я помню. И в период каких-то проблем для евреев он запретил иметь больше, чем одна жена. По каким-то причинам, мы можем разобраться как, но запретил на 1000 лет. То есть сделал такой запрет. 1000 лет уже давно прошло, но нету такого сегодня лидера, который мог бы этот запрет убрать. Потому что общество поменялось, различные социальные вещи поменялись. Я даже помню, вы знаете, я помню, это было при моей... Ну, это было, не знаю, это не 5 или не 10 лет назад, но я помню, я в Израиле был такой великий лидер сефардов Равин Амар. Я с ним общался, там участвовал в каких-то его проектах. У него была одна проблема. Скажем, в Израиле же это кажется, что это государство такое монолитное. На самом деле там есть глубокие конфликты, там живут совершенно разные люди. И вот там была одна община, я, может, не очень помню какая, но это были такие, как... они ортодоксы, но они называются кипа сруга, то есть они, в общем-то, поселенцы такие, они религиозные, они работящие, они самые лучшие солдаты. Вот. И как-то так получилось, что у них оказалось...
женщин больше, чем мужчин. И количество женщин, не вышедших замуж, стало катастрофически расти. Почему? Они религиозные, они не могут пойти в большой город и на дискотеке искать себе жениха. То есть им нужна хупа, там, им нужна шедух настоящий и так далее. Но пойти к людям, которые другой конфессии, с бородами и так далее, их тоже не берут, потому что они там бороду бреют. Ну, как-то вот у них такое расхождение получилось. И получилось так, что вот много женщин, которые вышли из периода невест, а мужа себе не нашли. И тогда они обратились к этому раввину Амару, который был главный раввин Израиля. И попросили разрешить, чтобы мужчины из их круга им взяли по второй жене себе. Они хотели иметь ребенка, они хотели иметь какую-то семью. Более того, первые жены были согласны. Ну, потому что да, согласны. Но мужья, естественно, тоже все были не против. И он очень серьезно исследовал этот вопрос, потому что это же судьба человека, судьба женщины. Но не смог преодолеть различные препоны, связанные с тем, что Израиль, кроме того, что это религиозное государство, оно еще и светское такое. То есть это вопрос многоженств, он очень такой болезненный. Вот, поэтому полигамия и многоженство и количество женщин – это разные вещи. То есть жен иметь можно, а вот много женщин, наверное, нельзя. Все говорят про культ мамы и вообще женщины в еврейских семьях. Как вы думаете, с чем он связан и насколько он реальный или это просто для анекдотов? Шутка для анекдотов. Ну, не знаю. Все зависит от семьи, все зависит от отношений. Вот. Я считаю, что очень есть глубокий смысл. Вот мы знаем, там есть пятая заповедь. Почитай отца и мать своих. Вот вроде бы звучит просто, а на самом деле там не написано «люби». Потому что Всевышний не может дать человеку какую-то заповедь, которую он не может исполнить, потому что иначе он нарушит волю Всевышнего. И нельзя заставить человека любить своих родителей. Нельзя. Ну вот родители и родители. Но слово «почитай» — это перевод из какого-то еврейского слова. Он очень, мне кажется, удачным, потому что оказывает почет. То есть, грубо говоря, как бы ты ни относился к своим родителям, ты должен им оказать вот минимальный почет. Когда они приходят к тебе в гости, посади их на почетное место. Когда дай им хорошую еду, разговаривая с ним какими-то вежливыми словами. Ты не обязан сделать их богатыми, и даже наоборот. Но ты должен обеспечить им достойные условия существования. А что касается женщины в еврейской семье, то ее роль отдельно описывается. То есть есть такая фраза, в каких-то из книг она написана, о том, что старый мужчина в семье – это проблема, а старая женщина – это благо. Потому что бабушка, она всегда приносит большую пользу, она внука воспитывает, еще что-то. А за дедушкой надо ухаживать, понимаете? Поэтому там вот мама, да, наверное, мама. Есть много всяких песен, посвященных еврейским мамам, анекдотов, там, сказок. Наверное, да. Потому что, ну, тоже говорят, что, знаешь, мудрые евреи советуют своим ученикам для того, чтобы выбирали в себе в жены умных женщин. Потому что говорят, что ум ребенку передается через женщину. Вот как бы мужчина не был умным, жена дура и дети такие будут. Поэтому мама – это важно. А почему, кстати, в еврействе по женщинам передается еврейство? Есть разные теории. Я, честно говоря, еще не пришел к своему пониманию, какая правильная. Но в периоды, наверное, когда были сложные отношения между евреями и другими народами, и женщина могла быть подвержена каким-то насилием, там еще чего-то с какой-то стороны, и в семье рождался ребенок, и она не знала, от кого он родился, все равно община принимала его как евреев. То есть еврейство передавалось по матери. К
как-то я смотрела одно видео, где какой-то раввин сказал, что обязанности мужчины в еврействе – это удовлетворять свою женщину, что это супер важно. Я не считаю, что Бог создал мужчину только для того, чтобы он удовлетворял женщину. Но есть определенные правила, есть определенные традиции, и, в принципе, им надо следовать. Там написано, что мужчина должен радовать свою жену. А вот в это радовать каждый вкладывает там определенные свои значения. Вы же знаете, что, допустим, сексуальная интимная жизнь мужчины и женщины в еврейской семье, она регламентирована. И там, скажем, есть периоды, когда можно, есть периоды, когда нельзя. И нельзя – это значит нельзя. Это значит, вот надо терпеть и ждать, когда будет можно. А когда можно, это уже тогда вопрос очень важный, и люди с радостью этим можно пользуются. Поэтому там никого заставлять ничего не надо делать, я думаю. А еще в радовать что туда входит? Не знаю, подарки, деньги, украшения. Есть какие-то общепринятые среди евреев вещи, что они одаривают, вот они щедрее, чем остальные? Так говорят. Я не знаю, что, является ли это правилом. Но, в принципе, наверное, да. Если ты хочешь сделать женщину свою счастливой, ты должен понимать, у каждого же свое понимание счастья. Подарок – да, цветы – да, там, допустим, сексуальное удовлетворение – тоже да. Но ты же должен видеть в ее глазах, что ты у нее единственный и неповторимый. А иначе не будет брахи в доме. А браха – это что? Благословение. Мы же начали с того, что благословение в дом, в том числе и богатство, приходит через женщину. Поэтому есть очень серьезная, и я в это достаточно четко верю, задача мужчины, основная задача – сделать свою жену счастливой. А все остальное придет, даже Бог ему даст потом как-то. Привычки формируют характер, характер формирует судьбу. А судьба уже выстраивает как-то человека. Мудрецы говорят, что если тебе самому скучно, значит, ты находишься в плохой компании. Если бы Будда учил Тору, то он бы был королем всех людей на земле. И еще у меня есть моя собственная медитация, очень интересная. Я мало кому о ней рассказываю, но вам расскажу.